Святые мощи Анастасии Узорешительницы прибыли в Запорожский край. Православная святыня из Греции уже побывала в нескольких городах Украины. В минувшие выходные мощи привезли в Вольнянскую колонию номер 20, где находится одноименный храм Святой Анастасии. Подробнее о событии в нашем сюжете. Анастасия Узорешительница – покровительница узников. Поэтому Запорожская епархия, принимая греческую делегацию, решила первым делом повезти мощи в места лишения свободы. Вольнянская – не первая колония, которую посетила святыня. Но именно здесь находится храм Святой Анастасии, имеющий особое значение для его прихожан. Очень много, значит, это даже, как вам сказать, частичка свободы в местах лишения свободы. Ну, поэтому для осужденных это очень важно. Кто-то хочет искупить свою вину в чем-то, кто-то просит у Господа благо его, чтобы у него в семье были. Ну, у каждого по-разному. Они сами его строили и расписывали. Говорят, вложили в свой труд душу и мысли о свободе. За время работы храма почти каждый житель колонии побывал здесь. Прихожане меня очень радуют, потому что одно дело – нарушитель закона человеческого, другого дела – нарушитель закона Божия. И видя, как люди, осознавшие свои ошибки, которые несут заслуженное наказание по гражданскому кодексу. И когда они приходят в храм и видят их слезы раскаяния, это очень трогательно и для души священника очень радостно. Встретить святыню собралась почти половина заключенных исправительного заведения. Для заключенных это очень большое событие, так же, как и для всей администрации. Потом все-таки визит таких высокопоставленных лиц – это важнейшее мероприятие. После непродолжительной службы все желающие могли приложиться к честной главе Святой Анастасии и попросить у нее каждый свое. Насколько это важно лично для человека, и когда есть мир и благословение Божие, присутствие святых мощей, возможность поклониться и найти это утешение для человека и вообще для региона, для нашего общества, это очень важное, громадное значение. Значение, которое мы будем помнить очень долгое время. Представитель греческой делегации митрополит Милетийский апостол отмечает, им было несложно привести святые мощи в Украину. У нас не было никаких трудностей. Власти Украины и Греции хорошо сработали в этом вопросе. И у нас была хорошая возможность, чтобы привести мощи Святой Анастасии сюда, в Украину, где благочестивый народ этой благословенной страны показывает большое уважение и любовь к Святой Анастасии. Из Вольнянска святыню перевезли в Запорожский Святопокровский архиерейский собор, где все желающие смогут поклониться Святой Анастасии.